Поздравляю вас с этой наградой. Вячеслав Александрович преподает уроки ОБЖ физкультуры и труда в Неклюдовской поселковой школе Кимрского района. И вот уже более четверть века занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Руководит военно-спортивным клубом «Русич». Особая гордость школы – пост номер один, работа которого неоднократно признавалась лучшей не только в области, но и в масштабах Центрального федерального округа России. Это человек, который формирует будущее поколение защитников нашей Родины на земле. В эту поселковую школу ходят детишки из 28 деревень. То есть это практически соль земли русской. И от того, насколько они проникнутся духом своей Родины, патриотизмом, зависит вообще будущее всей нашей страны. Орден генерал армии Маргелов – высшая награда Союза десантников России. К ордену представлены наши соотечественники за значительный вклад в дело укрепления обороноспособности страны и патриотического воспитания подрастающего поколения. Работа по воспитанию детей, я, наверное, не открою ничего нового, она очень важная. Этой работой мы закладываем свое будущее, будущее наших детей, будущее нашей страны. Мы воспитываем настоящих граждан, которые ради своей страны будут готовы на все, на подвиг, которые будут помогать людям, которые будут готовы защищать Родину. И даже если переходить на бытовой уровень, то могут помочь бабушке привезти дров, принести ведро воды, помочь в каких-то мелочах, стать волонтерами когда-то в будущем. Это будут нормальные, активные, настоящие граждане своей Родины. Награда сельскому учителю-патриоту вручалась в День Героя России. В этот день рядом с любимым педагогом были его воспитанники. Для них тверские десантники провели исторический урок мужества. Мы еще 2 года назад ездили на раскоп в Ржевском районе. Поисковики тюменские нам передавали медальон солдатский нашего поднятого земляка. И побывав на раскопе, вот они вышли с раскопа, они просто вот шли молча. Одна девочка, где-то 1,5 километра мы шли до машины по лесу, и она всю дорогу плакала. Вот, потому что это воспринимается по-иному, это проходит через сердце, а ум совершенно в другом контексте это все воспринимает. Поэтому вот такие музеи, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которых у нас в поселении уже не осталось ни одного, а встречи с участниками боевых действий, с военнослужащими, они очень важны.